Удар от ворот производит Сергей Рыжиков. Пытались претендовать на угловой футболисты Мордовии, но ничего не вышло. Кстати, статистика нам говорит о том, что меньше всех корнеров выполняет клуб из Саранска среди всех команд премьер-лиги. Также отмечу, что команда Панченко наносит удар и сравнивает счет. Бьет хлестко в нижний угол, и к этому удару оказался не готов Сергей Рыжиков. Свою команду не выручает. Панченко забивает в самом начале второго тайма и восстанавливает статус-кво. Кирилл забивает свой третий гол в нынешнем сезоне. 47-я минута, 1-1. Ну вот... Я говорил о том, что Мордовия просто так без боя не сдастся, хотя по первому тайму Рубин был получше. Это, на мой взгляд, объективная оценка. Но в плане страсти, в плане эмоций, Мордовия практически в каждом матче национального первенства демонстрирует свое, скажем так, неравнодушие к тому, что происходит на футбольном поле. Да, не хватает мастерства, об этом не только я говорю, говорил в первом тайме, но вот и наш эксперт в перерыве в интервью также об этом обмолвился. Но, знаете, терпение и труд, как принято говорить, все перетрут. Главное не вешать нос. И Панченко своим хлестким ударом дарит надежду на благополучный исход этого матча своей команде.